сводку, которая подтверждает то, что я никогда нахуй не видел ни Проходнюка, ни... Я знаю, это знаю, давай это не по телефону. Потом, меня, дай я тебе кое-что скажу. Чтобы вы помнили, я и маме сегодня сказал, я тебе говорю. Этот Проходнюк, он, блядь, по локоть крови, чтобы вы знали. И если я даю эту бумагу, нахуй, я подтверждаю ихнее, блядь, понимаешь? Это последний козырь, я из руки даю, они потом будут резать влево и вправо и делать все, что они хотят. Этот Раду, когда был здесь, он мне сказал, белое по-черному, еду в Молдову, всех освобождаю, все закрываем, все возвращаем обратно, все нормально. Что он, что-то сделал или что? Я понимаю, Виталик, но ты понимаешь, что тут уже выбор стоит, или они, или вот так. Понимаешь, если они подведут, то ты уже будешь делать все, что надо. Ну пусть они выйдут, понимаешь, тут просто, ну пиздец, бля, я не знаю, я сама, я схожу тоже с ума, дети, малый болеет, мама не может, мне никто не помогает, я тоже одна осталась, понимаешь?